прошел конкурс красоты среди девушек с ограниченными возможностями. В нем приняли участие 7 представительниц слабого пола, которые соревновались в 5 этапах. За первое место победительница получила туристическую путевку в Египет. Этот конкурс в Актобе проводится во второй раз, а первый проходил еще в далеком 1999 году. И сегодня традиция продолжилась. Причем участницы первого конкурса красоты пришли поддержать новых моделей. Конкурс у нас состоит из 5 этапов. Самое первое и ответственное – это, конечно же, визитная карточка, где девушки расскажут о себе сами. Далее будет интеллектуальный конкурс, конкурс творческий и конкурс среди девушек по хобби, что они умеют делать своими руками. Там будет уже видеозапись их произведений. Завершающим этапом будет это конкурс дефиле национальных нарядов. Думаю, что сегодня девушки покажут себя на все 100. Желаю девочкам удачи. Все они красавицы, умницы. Ведь самое главное – это участие. Одна из участниц – Айсулу Султанова. Ей 18 лет. Она разносторонний человек, увлекается пением, рисованием и готовкой. Но больше всего Айсулу любит программирование. Недавно закончила курсы на веб-разработчика в Алмате. В будущем планирует связать свою жизнь с IT-сферы. Хочу сказать моей бабушке отдельное спасибо, благодарность за воспитание, за то, что она воспитала меня такую девушку. И благодаря ей, получается, я прохожу все это. И благодаря ей я здесь нахожусь. Это все благодаря ей. То есть, если бы не она, я бы через все это не прошла. И последнее. Какие у вас будущие планы после этого? Работать удаленно, и в будущем, если бирса все будет отлично, устроиться на какую-то значимую профессию. Да. Победительницы были награждены ценными подарками и денежными сертификатами, а за первое место вручили туристическую путевку в Египет. Шасан Жалбаков, Бахаржан Едыгеев, телеканал Актобе.